Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана. Друзья, в этом видео мы хотим уделить внимание именно четверговой соли. То есть не как ее приготовить, а как ее использовать в повседневной жизни. И, друзья, сегодня у нас великий чистый четверг, и мы вас всех хотим с этим праздником поздравить. Пусть всегда и везде окружает вас чистота в сердце, в мыслях, в вашем доме. Мы всем желаем счастливой и продолжительной жизни, хорошего всем здоровья, позитивных эмоций, взаимной любви и, конечно же, счастья. Итак, друзья, четверговая соль считается чрезвычайно полезной. Почему? Потому что она обладает оздоравливающими, защитными и, конечно же, очищающими свойствами. И вы знаете, эффективность этой чудодейственной соли сохраняется более года. Поэтому выбрасывать ее не следует. Нужно продолжать ее использовать до тех пор, пока она не закончится. И соль, заготовленную в чистый четверг, хорошо применять в качестве защитного средства. Маленькие мешочки с солью вы можете носить даже в небольшой своей сумочке или в кармане. А еще мешочки вы можете положить в кроватку или в коляску ребенка. Это сможет уберечь вас и ваших близких от сглаза и дурного влияния. Четверговой солью, добавленной в воду, вы можете умываться. Это сделает вашу кожу молодой и сияющей. Почему? Потому что она действует не хуже каких-либо косметических средств. И этой волшебной водой вы даже можете поливать овощные и ягодные грядки при посадке. Это обеспечит вам достойный урожай. Только не нужно, когда вы будете поливать на даче или на своей грядке, не надо килограммами этой соли отправлять в воду. Буквально символично. Ну и, друзья, прямо сейчас в комментариях напишите: я под защитой высших сил. Итак, если у вас возникают постоянно конфликты в семье, то по щепотке соли посыпьте у изголовья кровати всех членов вашей семьи и приговаривайте каждый раз следующие слова: «Солю, мир не делю. Роду достаток, будет порядок. Аминь». Когда у вас в семье не здоровится, а такие ситуации бывают, то в стакан воды добавьте буквально щепотку соли и медленно размешайте. И при помешивании нужно сказать следующие слова: «Как соль огнем калилась, так чтобы тело, называете имя человека, здоровьем налилось. Аминь». И затем эту водичку дайте выпить больному. Ну, а если началась у вас черная полоса в жизни, то обойдите и посыпьте четверговой солью все углы в вашем доме, приговаривая: «Уходи, беда! Аминь». Ну, а если в ваш дом приходил недоброжелатель или враг, всякое бывает, то после недоброго гостя выйдите за порог и бросьте горстку соли в ту сторону, куда он пошел, и трижды прочитайте в спину ему «Отче наш».